На этой неделе еще одна открытка из Узбекистана пришла из самого почитаемого памятника Бухары. Мавзолей Чашма-Аюб был построен на месте древнего священного источника. Согласно легенде, именно здесь библейский пророк Иов ударил посохом о землю, и появился целительный источник. Многие паломники приходят сюда выпить воды, которая течет уже сотни лет. Название этого культового сооружения так и переводится – «Источник Иова». Многие посетители, которые приходят сюда, считают, что вода обладает особыми целебными свойствами. Начало строительства мавзолея восходит к XII веку. Он примечателен своей конусовидной башней, что нетипично для архитектуры Бухары того времени. Помимо того, что мавзолей – священное место, здесь находится и музей воды, рассказывающий посетителям историю местной системы водоснабжения.